Я люблю золото. Золото. Что ж ты ждешь? Посмотри, сколько золота в Golden Case на Epic Loot. Просто зацени количество и стоимость. У Гейба такого явно не получишь. А вот на Epic Loot ты можешь выбить топовые шмотки. От охренительных имморталок до дорогущих аркан, что самое главное, за адекватный ценник. Так что я не понимаю, почему ты еще не перешел по ссылочке в описании. Хочешь еще один аргумент? Как тебе шанс выпадения арканы 80% в апгрейде? Нормально? Думаю, да, поэтому спускайся уже в описании. Копируй промокод ЗОЛОТО, который дает плюс 15% к пополнению баланса. И забери заслуженную аркану на Epic Loot. Наконец-то. За меня Рамзес попался, пацаны. У меня закончились жетоны, я опять по всем ролям ищу. Меня последние два раза в харду кидало. Я не хочу в харду, я хочу в лес. В лес на каком-нибудь Урсевиче. Сейчас будет потная катка, Рамзес на керри, пацаны. Урса репорт моментально. За что? Чекай свою позицию. Полная поддержка. Угадай, что за что? Так я буду поддерживать. Кто тебе сказал, что я не буду поддерживать вас? Угадай, за что? Не знаю, ты скажи. Я пока ну, не давай не тупи, угадай, за что тебе репорт? Ну, скажи, за что, я не знаю. Ты же сказал, я же сказал, полная поддержка, я с тобой согласен. Слышишь, он задыхается от вони твоих носков и трусов. Я вас должен поддерживать. И я на полной поддержке, детям я буду поддерживать. Сейчас, конечно, да, уже весна, но не все. Это тот, кто поддерживает команду, не опускает мораль, не хуесосит никого. Просто нормально играет и старается, пацаны. Я сейчас буду разъебывать. Давайте перестаньте ныть, соберитесь. Ну какой репорт? Ну не надо, пожалуйста. Ну только не репорт. А мут зачем? Я даже с тобой не разговаривал, ты первый начал. Да сам иди нахуй. Я таких долбоебов на своем ролику, блядь, повидал. Ну чё ты сам оскорбляешь и говоришь в мут кину? Я ж тебя ни разу не оскорбил, заметь. А, потому что ты долбоеб. Почему я долбоеб? Ну почему я долбоеб? Я тебе это обосновал. Не обосновал ты, ты ничем не обосновал. Ты сказал свои какие-то мысли. Ты играешь за саппорта, ты берешь Урсу, блядь, в лес, нахуй. Так я поддержкой играю. Я возьму, я вынесу артефакты и буду, я выйду на линию. Ну дай мне сказать, мне сказать не даешь. Долбоёб должен ставить, блять, варды нахуй, иметь при себе только один сапог, блять, и помогать мне, блять, фармить. О, это ты мотивационные видео по доте смотрел, что должен делать поддержка, или тебе бабушка понятно, рассказала а, это? Понятно, то есть тебе сапог? Не рассчитывается на то, что... То есть игра не рассчитывается на то, что существует 5 позиций, в которой 5-я позиция имеет в виду саппорт, то есть это ты. Не всегда. Ты понимаешь, что руки развязаны? Это игра всё, свободная. Хорошо. После этой, блядь, вот я тебе еще раз говорю, после этой Олежка, ноты привет. Я тебе скажу одно хорошего я тебя уже кинул. Ты привет, пожалуйста, Корон. Играй, как ты я хочешь, сегодня я привет, репорт, и что-то меня не хило колбасит. Ну не надо мне репортить, пожалуйста. Удачи Урсе, блядь, который играет в рейтинг, блядь, на пятой роли, блядь, и просто пацаны, идет, давайте не дезморалить, давайте на победу блядь, сыграем. Волпик, блядь. Давайте на победу сыграем, парни, ну что вы такие злые, я выиграть пришел, ну блин. Блядь, такой даун, это просто, блядь. Да я осуждаю, такие, блядь, блядь, пацаны, я понял, думаю, что за фигня голос. Ребят, ну не душите сильно, я новичок. Да, пусть в лесу играет нормально, все окей. Да, пускай где хочешь, там и играет, да, честно, уже помню. Да ну, нет, спусти, нет, ну скажи ему, чтобы он не дезморалился. Ну я новичок, скажи, ну я не знал. Нет, просто этот долбоёб, то, что не там понимает, блядь. То, что мне сейчас надо будет идти в лес, блядь, а он в лес занял. Рамзес. Ну, блядь, пока. Рамзес, какой ты у тебя есть саппорт на лайне? Не саппорт, он сейчас лес за займёт, блядь. А вот это вот мне уже проблема. У тебя есть саппорт на лайне. Я его сейчас с леса выгоню. Я его сейчас с четвертого левого, я его выгоню. Он меня выгонит, блядь, я посмотрел бы на это. Как бы я не знаю, просто у меня парни. Я не знаю, что это будет правда. Он хороший мальчик, я уверен, что Джиггернаут реально хороший человек. О, у меня вот стрим-снайпер пошел прогонять. Пацаны, все нормально, все чисто, у нас по лесу путь ходит. Стянул его, развожу на изи. Я считаю, что на 7к ММР сам рисует нормально. Ну да, возможно ты прав. Джаггер, у тебя как там дела? Он правда меня замьютил? Спасибо за плюсуши по музыке. Вот это стрим-снайпер, это очевидно, но я успел закупиться, это самое главное. Дам репорт чисто за стрим-снайп. Подозрительные действия. Будут проверять, подумают, что мобхак забанят. Лайфхак. Олег, братан, когда уже вернешься на свои родные 1500-2000 ММР?
Заебало смотреть эту 500 ммр помойку. Ты что, в смысле, мы на 7к играем? Спасибо за донат. 7000 рейтинга, я жив. Посмотри на оверейдж средний. Я на первой странице играю в доте. На просмотр нажми, увидишь эту игру. Стрим-снайперочек, блять, прочитан. Ебать, у меня скилл просто. Понимаете, насколько я жесткий? То есть я стрим-снайпера вижу сразу. Многие думают, он постоянно говорит, что стрим-снайпер. Пацаны, это видно моментально. То есть видно, когда чувак со стрима. Всегда видно. На миде, кстати, Вокер, он сколько у квапы фрагов? Ебать, ты гений. Как ты так выхукиваешь, не глядя? Научи, ебать. Дам еще репорт. Нереально, патруль должен его обработать. Все моменты указывают на мапках. Его изи забанят, кстати. Никто ж не поймет, что он со стрима. Уже друга позвал, теперь они вдвоем за мной бегают. Еще один репортик, блять. Каждый момент нахуй буду хуярить его. Все правильно, я в спейс делаю, пока за мной бегают вот эти вафлеры. Моя команда ебашит. Алло, жировичок, иди-ка сюда. А, ты и друга еще позвал. В три ебальника качают с инвокером, ебать. У меня фрифармит Джаггер. Пока за мной бегают, я играю на пятерке. Даю лютый спейс, развожу на скиллы. Всего самого наилучшего. Нормально, нормально, нормально. Репортики стрим снайпером сразу, оп, ебать. Но я развел их на все скиллы. Не знаю, они втроем за мной бегают, они берут у меня по 200 золота, типа, это вот так вот, понимаете? По 200 золота не жалко. Вопрос в том, почему боковые линии ничего не делают ни с кем. А, у нас ВК в лесу еще, нормально тогда. Тогда точно силы есть. Так, а шо у ВК? У ВК Радик почти, охуеть. Ебать спейс-креатор Олежа, нахуй. Сюда, блядь. Судека бить не буду, развел на ушу, да? Разъебал в соло. Блять, какой же жесткий нахуй. Сюда, блять, 300 заработал, 200 потерял, плюс 100 с телепорта. Я в плюсе. У нас что-то инча ничего не делает, кстати. Я не вижу импакта от инчи. Ее вроде никто не фокусит, но она никого не дамажит. Вот, пожалуйста, знакомьтесь, это Олежа. Развожу рики на пиздюле. На изи просто. Маны только чуть нет, нужен башек. Хорошо. Дерусь до талого, опять же, развожу по максимуму. Кого-то не хватает. Вот этого парня, например. Ну ВК нам руинит. Зачем ты тормозишь? Почему? Зачем? Для чего? Я специально для тебя туда пришел, чтобы дать, блядь. Почти. Почти просолил, видели? Соло и башен против врагов, нахуй, против пятерых. Блять, сука, давай, на. Крысы. Что с Джаггером? Что он размылся там? Ну, кстати, у меня из 13 фрагов, 2 фрага, 4 ассиста, 6 участий, почти половина. Как-то кто-то не доигрывает, по-моему, в моей команде. Я даже знаю, кто. Тут ВК просто, я не понимаю, чем он занимается. Развел на купол. Развел на бласт. Он так, блядь, ебало сломал. Почти. Чуть-чуть не хватило команды. Чувак на джагерике решил подруинить. Просто как можно въебать все линии, когда три героя бегают за мной по лесу в течение 10 минут? Они крипам въебали или кому? Не сдаваться, пацаны, давайте до конца ебать. Ну, твое ебло, тварь ты ебаная, блядь. Ты с кем это? Тобой, ебаная. Что ты такой агрессивный, чё? Тварь, блядь. Ебать, за какую на стрим, а тут стрей высасывает бит. Ты успокойся, ты решил все такие на 10 тазов. Ну, у нас на инче 0.10, парень. 0.10 на инче, ну что я могу сделать? Ну, почему? Мне 10 из-за тебя дал. Ну почему ты меня так называешь? Я тебя тебя долбаю. А я при чем? Почему? Потому что ты долбаю. Ну это, блядь, логичное долбаю объяснение. А почему у него 0.10? Из-за меня, то есть? Ну, из-за тебя, да. А ты, почему? Блядь, как это связано? А потому что инчат взяла свой лайн, блядь, и ушла в саппорты, блядь, мне помогать. Так. А ты, долбоёб, вместо того, чтобы взять саппорта, блядь, взял урцу и ушёл в лес. Так. И кучу делал. Так, а 0.10 вот, почему из-за меня? Инчат или ты? Потому что ты дал, блядь. А, я понял. Я все понял, я понял. А, нихуя себе, да тебя допёрло, да? Бля, меня опять какая-то хуйня начинается, блядь. Ну извини, тогда получается. Я так понял, и у ВК 0.4 из-за того, что я в лесу. Тогда получается, а... Блядь, ты не ругайся, ты, надо, во-первых, не ругайся плохими словами, дядь. Ты чё такой агрессивный? Нихуя себе, нихуя себе. А нахуя мне такие долбоёбы, блядь, в этот период? Нет, ну подожди, долбоёб ты. Нет, потому что ты общаешься, как вафельница. Вот и человек, играя в игру, которая тебе вроде бы как бы нравится, правильно?
Но... Ты просто-напросто берешь, да. Рейтинг, заходишь, да, блядь, и тащу игру. При этом ты тащу игру. Твоя позиция. При этом закрой ебло, я еще не да говорю. Нет, закрой ебло, ты и слушай меня, ты вафля комната. Тебе сейчас батя будет по фактам раскладывать. Закрываешь сейчас ебало и слушаешь меня. Смотри, пока ты, мальчик, хуёй своей страдаешь, я на себя байтил всю карту врагов, которые за мной в три ебала бегали. Поэтому ты сейчас закрываешь свое ебало, блядь, извиняешься нахуй. И, возможно, тогда я тебя врачу, понимаешь? Поэтому закрывай ебальник свой, ебальник закрывай, чтобы я не видел, блядь, эту иконочку нахуй. Закрывай ебальник, мальчик, нахуй. Ебало закрой, блядь. И сиди, слушай дядю, блядь, я тебе объясняю, как играть в эту игру. Если ты, вафля, не можешь выиграть игру на Джаггере, когда я стягиваю трех героев с карты, то закрой ебало и просто иди дальше с минус 30, лови еще минус 30. А если ты попадешься против меня, я тебе так выебу, что ну его нахуй, блядь. Ты больше в доту не зайдешь на этой неделе, ты пойдешь гулять и пить пиво Депола с дружками. Понял, это максимум нахуй. Все, закрой ебало и молчи до конца игры, вафлё. Все, закрой ебало, чтобы я тебя не слышал, нахуй, бестолочь. Так, сейчас, у меня, я не знаю, у меня что-то с инетом, короче. Я тебе приказал ебало закрыть, почему ты его еще открыл? Я не понимаю, ты хуёво понимаешь или что, мальчик, блядь? Закрой ебало, это тебе надо просто убрать палец от микрофона и молчать, нахуй, до конца игры, чтобы я тебя, сука, не слышал. Хуйня ты дырявая, все, закрой ебало. Осуждаю! Осуждаю максимально, блядь. Осуждаю такие треки, быдло, блядь. У меня ад происходит. Меня дудосят, у меня минус интернет, мне пизда, мне полный пиздец вообще. У меня лаги, у меня просто все в ад, нахуй. Я в аду, понимаете? У меня какая-то дура на Джаггере ебало открывает еще на меня. Типа, на Джаггере обычный тип, который не понимает, как в доту играть. Ну, типа, за что его разъебывать, если он просто несет хуйню, не понимая сам этого. То есть он не понимает ситуацию, он не понимает, что он на стриме, во-первых. Он не понимает, что за мной бегало 3 стрим-снайпера по лесу, пока он фрифармил. То есть я делал спейс, который бы ему никто не сделал. И он не понимает, что они въебали все три линии, при том, что за мной бегал Путь, Вики и Инвокер по лесу. То есть это важный момент. И он считает, что Инча 0.15, то есть у Инчи 0.16. То есть я бегу просто, я воскрешаюсь, бегу, умираю. У меня чувак обогнал меня по смертям, при том, что меня ебашили 3 стрим-снайпера. И я сейчас просто умираю по КД после воскрешения. У меня тип 0.16, ебать. И в этом виноват, естественно, я. Ебать, у меня телепортов. Я могу тупо, понимаете, бизнес открывать и продавать телепорты вместо барыги вот этого. Можно меня сюда на усе байбекаться, ебать, и ставить сюда. Спасибо за игру, пацаны. Бывает и такое.